Здравствуйте всем, кто зашел на мой канал. Сегодня 2 июля, и я хочу вам показать свою дачу. Наша дача находится на Урале. У нас были дожди, травы выросло много, это можно увидеть по обзору дачи. Но я ее убирать не спешу, так как обещают жаркие дни, а у нас все-таки степная зона. И земля очень сильно прогревается. Трава не даст сильно прогреться земле, не будет обжигаться плоды, которые уже завязываются, листья не будут обжигаться от солнечных лучей. Так что я хочу их оставить. А вот попозже, конечно, я буду все это убирать. По моей даче очень хорошо видно, какое разнотравие и разноцветие присутствует в июле. Какие краски? Вон вдали у меня посажены однолетние цветы. Это и васильки, и лен, и гладиолусы. Там же в траве у меня посажены разновидности мяты. Все это создает такую зеленую насыщенную массу. Любуешься и радуешься. Особенно после трудового дня. Если у тебя еще работа интеллектуального характера, ты просто отдыхаешь. Опять покажу сейчас свои огурцы. Их посажено несколько сортов. Это Зятек и Теща и Феникс. Думаю, на этой неделе будем собирать уже свои огурчики. Так как ночи становятся теплые, огурцы заметно подросли и будут уже давать нам урожай. На этом свое видео заканчиваю. Если вам понравилось, подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо за внимание.